милая, что случилось? Можете показать, где болит? Доктор, мне кажется, это не физическая боль. Можете одеваться. Основано на реальных событиях. В городе орудует маньяк. Она единственная, кто выжил. Когда ей никто не верил. Кроме ваших показаний, доказательств нет. Она решила не сдаваться. Этот парень отсидел 6 месяцев за вооруженный грабеж. И попытку изнасиловать. Пройдемте в участок. А в чем дело? Мы расследуем дело, свидетелем которого, возможно, вы были. Вы меня арестуете? Попытка изнасилования в 16, затем вуэризм в армии. Они не могут вас видеть. А номер один носит очки. Ну а теперь вы расскажете мне, что произошло на самом деле. В деле недостаточно доказательств. Правда считаешь, что он наш маньяк? Да, и он гениально все подстроил. Мы не видим чего-то очень важного. Этот человек сам дьявол. Американский союз адвокатов считает, что ваши права были нарушены. Я буду вашим защитником в Верховном суде. Высшей судебной инстанции США. Что важнее, показания потерпевшей или вся система правосудия США? Дело, которое изменило весь мир. Миранда против Аризон. Удовлетворить апелляцию. Ты что, не понимаешь? Он знал, что все так и будет. Если его выпустят, он убьет меня, я уверена. Схватка не на жизнь, а на смерть. Держите себя в руках, господа. Что вы почувствовали? Возражение! Ее чувства не имеют отношения к делу! Ваша честь, это недопустимо! Ваша честь, позвольте мне продолжить! Прекратить это немедленно! Я думала, что умру! Дьявол в деталях. Дело Миранды.